Сегодня картина на небе достаточно интересная. Из знака Козерог в знак Водолей переходит Солнце. Солнце меняет знак каждый месяц, то есть за год он обходит все 12 знаков. Это немножко изменит позицию у всех знаков зодиака, причем не на неделю, а на целый месяц. Поэтому сегодня мы будем смотреть немножко дальше, не просто на неделю, а на целый месяц. Солнце в Водолее, поэтому давайте начнем с Водолеев. Ну вот сегодня-завтра ситуация будет у Водолеев конфликтная, потому что в это время к Солнцу не очень позитивный аспект дает Луна, но буквально пару дней, и у Водолеев начнется период повышенной фартовости. Солнце будет давать очень хороший аспектик к Юпитеру, не менее хороший аспектик к Урану, то есть начнутся какие-то месяц такой позитивного движения. Используйте его по максимуму, загрузите себя какими-то важными проектами, у вас все будет получаться. Так, что касается знака Рыбы. А вот сегодня, как раз сегодня и завтра, Луна в Скорпионе очень позитивненько для знака Рыбы. То есть какие-то приятные неожиданные сюрпризы, какие-то позитивненькие эмоции ожидают Рыб. Рекомендовал бы немножко быть более внимательным Рыбам в воскресенье и понедельник, потому что Луна перейдет в Стрелец, и эмоциональный фон у Рыб может быть и в этот период, воскресенье-понедельник. Будьте аккуратны с продуктами питания. Лучше лишний раз перепроверить качество продуктов. Овен. Солнце вышло из знака Козерог, и Овны могут сделать глубокий выдох. Пока оно шло по Козерогу, у Овна было немножко больше напряжения, чем они того бы хотели. Все, этот период завершился. Мало того, могу пообещать Овнам в воскресенье что-то очень приятное и позитивное. И эта приятность еще продлится до понедельника и даже захватит вторник. То есть какие-то эмоции, какая-то информация к вам придет хорошая. Телец. А вот у Тельцов то же самое, но полностью наоборот. Пока Солнце шло по Козерогу, у Тельцов был достаточно благоприятный период. Сейчас Солнце вошло в Водолей, и я бы рекомендовал ближайший месяц Тельцам быть аккуратными, осторожными прежде всего. Солнце отвечает в ряде прочего за здоровье, то есть быть более внимательным к своему здоровью, там, не переохлаждаться, там, себе еще один шарфик купите. В общем, будьте внимательны к себе, к своему телу, к своему здоровью. Близнецы. Переход Солнца в Водолей – это, можно сказать, подарок для близнецов. Сейчас у вас будет период, когда месяц, у вас будет получаться, ну, не то чтобы все, что вы хотите, но очень многое. То есть наметьте себе на этот месяц всякие важные проекты, они дадут очень хороший результат в течение посеянного сейчас. В течение всего года будет давать хороший результат. Раки. Раки, так же как и Овны, могут сделать глубокий выдох, потому что пока Солнце шло в оппозиции, им было немножко некомфортно. Вот эта некомфортность у вас завершилась. Мало того, Луна в Скорпионе, то есть сегодня-завтра, у раков будет как-то очень симпатичненько и любопытно в плане эмоций и в плане, как это сказать, основного инстинкта. Вот. Лев. А вот львам как раз полностью все наоборот. Солнце ушло в оппозицию к знаку Лев, и ближайший месяц я бы рекомендовал львам осторожность, аккуратность, размеренность. Прежде чем что-то сказать, подумайте. Прежде чем заплатить где-то денег, несколько раз пересчитайте. В общем, ничего страшного, но месяц вам нужно быть более рассудительными, так скажем. А сегодня и завтра, пока Луна в Скорпионе, еще более аккуратным, еще более рассудительными. Далее. Знак Дева. Ну, Солнце, переход Солнца для Дев, ну, так себе, ни хорошо, ни плохо. Но к вам сейчас очень позитивно расположена планета Меркурий. Она очень важная для знака Девы, как управитель этого знака. И пока она движется по Козерогу, решайте все свои вопросы, делайте все, что угодно. У вас будет получаться особенно благоприятна сфера контактов, коммуникаций, переговоров, продаж, всего такого. Весы. Как есть такая песня Аллы Пугачевой: «Ждала, ждала и дождалась». Вот у весов вот этот самый момент. Сегодня Солнце переходит в Водолей, и это, ну, очень хорошо для знака Весы.
чуть-чуть попозже туда еще и Меркурий перейдет, и вообще будет прекрасно. То есть у весов сейчас ближайший месяц замечательный, я бы сказал, месяц. Используйте его по максимуму. Скорпион. Ну, переход Солнца в Водолей – это не лучшая новость для скорпионов. У них повысится напряжение, повысится... Тем не менее, к ним по-прежнему позитивно относятся Марс с Венерой. То есть напряжение будет, но это тот случай, когда дополнительное напряжение будет создавать дополнительную энергию для роста. То есть вы сможете подняться на более высокий этаж, но вам придется, будет тяжело подниматься, но тем не менее вы подниметесь. В общем, у вас месяц роста. Стрелец. Ну, Солнце в Водолее достаточно симпатично для стрельцов. Нельзя сказать, что прям звезды с неба падать не будут, но будет такой уверенный рост. Неспешный, но уверенный. И, наконец, Козерог. Солнце вышло из Козерога, но Козероги по этому поводу могут не расстраиваться. Когда в одном знаке много планет, это дополнительная нагрузка. То есть я, как Козерог, даже немножко рад, что Солнце наконец-то ушло в Водолей. Мало того, у Козерогов в знаке Козерог в позитивном движении идет Меркурий, поэтому сейчас Козерогам благоприятно обратить внимание на контакты, на коммуникации, на какие-то интернет-варианты. В общем, время информационной деятельности сейчас у Козерогов будет очень благоприятное. Вот, собственно, такая картина. Поэтому поздравляю всех с переходом Солнца в Водолей. Всего вам хорошего!